Следующая тема, от которой тоже зависит наше здоровье, это правила качественного сна. Тема тоже довольно обширная. Я постаралась выписать основные такие моменты, которые я использую, которые я слышала, видела, попробовала, и буду как бы делиться своим впечатлением, мнением над тем, потому что на самом деле много есть всякой информации, много есть разных точек зрения. Я эту тему давно изучаю, мне как бы давно интересно. И здесь на самом деле тоже, как и с едой, все индивидуально. Я вам расскажу основные принципы, а вы уже сами попробуйте, подумайте, что подходит именно вам. Официальная информация, да, которую выявили ученые, сколько времени необходимо, чтобы выспаться. То есть официально считается, что для взрослого человека старше 18 лет должно хватать 7,5-9 часов для того, чтобы выспаться. Подростку, чтобы выспаться 12-18 лет, необходимо 8,5-10 часов. Для детей 5-12 лет 10-11 часов. Для детей 3-5 – 11-13. Для детей 1-3 лет 12-14. Для мышей для года 14-15. Ну, считаю, что вообще самое такое вот хорошее время, да, когда малыш для года, он много спит, и много всего можно переделать. Потом малыш растет и все больше внимания требует. Но я видела, на самом деле, людей, которые спят 5-6 часов в день. Ну, я сама тоже бывала в такой ситуации, да. И они высыпаются. Они просыпаются полной бодрости и энергии, и у них все как бы отлично. Им хватает этого времени, чтобы выспаться. Они, причем, живут так несколько лет, у них такой график, и причем они, видно, что они не из последних сил держатся, да. У них это нормально. Но, во-первых, они для себя как бы разработали свои правила сна, которые им подошли, они их приняли, они реально им помогают. И, во-вторых, ну, они поддерживают, в основном, эти люди ведут здоровый образ жизни, поддерживают себя всячески, да. Вот. Поэтому здесь тоже все индивидуально.